Всем привет, ребят. Ну что, как и обещал, у нас сегодня будет обзорчик на вот такого вот героя. Фрэнки. Выбил я его недавно. Честно скажу, довольно-таки неплохой герой. Учусь им играть. Как видите, немножко уже его подкачал. Седьмая сила. Стараюсь побольше выбивать. Герой интересный ближнего боя. Ну, по сути, ближнего. Но бьет он зонально впереди себя. Как видите, здоровье, не знаю, как по мне, то, по-моему, самое большое в жизни, и реально, ну, как говорю, самое большое в жизни, самое большое в игре, и оно просто бешено спасает во многих ситуациях. Атаки тоже немало, 1560 у меня уже. Также есть вот такая вот звездная сила. Пока ее не открыл, надо докачать девятку. Но, в принципе, плюс 30% 10 секунд к атаке – это жестко. Бьет впереди себя зонально. В принципе, вот такой вот скин есть еще веселый. Не знаю, хотите, пишите в комментах, плюсуйте, мы будем улыбаться. Так, ну, в общем, так вот он выглядит. Надо еще дособирать 100 жетонов. Я так понял, что жетоны на тех героев, которые уже прокачаны на максимум, не падают. Напишите это в комментах. Я, честно говорю, я новичок, поэтому я много чего не знаю. Так постепенно изучаю, но игрушка, конечно, прикольная. Записывал я вам видосик с планшета, поэтому, возможно, такое вот расширение. Не знаю, понравится, не понравится вам. Но все, что могу пока сделать, это так. Надо будет шнур заказать, и потому что ездил, не нашел. Сейчас покажу вам его геймплей. Поменялась карта на этой неделе. Немножко неудобная для меня. Вот смотрите, как он рубит. Бьет, конечно, он круто. Единственный минус, как по мне, он очень медленный. То есть, если он начинает бить, вот, 1560, и сейчас меня, наверное, законтачит. Да, видите, меня завалили. То есть, против дальников реально им сложно. Но вот так вот бегать по кустам, потом вылазить, ну реально круто смотрится. В принципе, для этого кустики есть. Это, знаете, это не так, как в пабге там чисто кустодрочеры, блин, сидят и выжидают. А тут реально, блин, сделано как бы игрушкой. Ну, ради интереса, ради прикола, вот, чисто поугарать с друзьями. А по поводу клуба писали, клуб создам, еще до этого не дошел. Пока стараюсь записывать вам видосы. Пишите, каких героев вы хотите увидеть на обзоре. Тоже это запишу. Так, ну вот, вот его супер удар. Он, видите, вот меня заблокировали, не дали мне ударить. Поставили на меня блочку, соответственно, я не смог уже ударить. Ну вот, зонально, конечно, когда они все вместе, вот так вот он просто выносит всех, все и вся, как видите, тут вопросов нет. Вот я взял даже звездного игрока, очень часто на нем я его беру. По чуть-чуть прокачиваю левел, сегодня не было возможности много играть, поэтому не играл. Поехали, еще один бой посмотрите. Ну, я так чисто записал. Честно скажу, не люблю я вырезать там, делать эпик моменты. Я играю так, как есть, показываю то, как есть. То есть я стараюсь не делать там мега топ видос, какой я нагибашка, либо еще что-то. Я, в принципе, играю вот так, как и все. Но вот видите, против дальников, ну, нереально просто. У всех героев разная скорость атаки, но этот герой, блин, реально кайфовый. Вот мне опять не дали, я не успел, просто он медленный очень ударить. Зона, конечно, у него тоже не маленькая, но хотелось бы, конечно, больше, если бы было больше, хотя бы плюс там клеточка. Вот опять я сейчас побегу. Видите, я просто не достаю к ним. Так. Так, так, так. Вот меня опять. Ну, просто против дальников, ну, нереально идти так в лоб. Только единственный вариант — это ловить их. Либо играть, конечно, здесь жестимой, которая будет вытаскивать их. И, соответственно, можно будет сливать. Вот видите, ударил совсем не ту цель, которую хотелось бы.
Ну, с планшета намного удобнее играть, чем с Ноксом. Поэтому я сам, честно говоря, не любил раньше играть на планшете, но понравилось. Вот тут вот я зря полез. Дальники просто его убивают. Пока он поднимается бить молотом, его уже сливают. Интересная карта, надеюсь, тут очень много карт. Для этого героя она как раз, я не знаю, насколько тут, ну, тут неплохо играть дальниками. Но им тоже, кстати, мне тут очень-очень понравилось по сравнению с вчерашней предыдущей картой. Так, еще один бой решил вам показать против других. Урона, конечно, массовый он, блин, наносит, но, как видите, просто его сливают дальники. Надо, конечно, двигаться, бегать, но я пока начинаю только учиться, поэтому я еще, возможно, как рак играю, не знаю, но стараюсь. Вот видите, опять же, я ударил, меня перелетели, все, просто разобрал. Так, let's go. Смотрите, что он делает. Меня опять же слили. Ну, добьет или нет? Вот так вот. Смотрите, что он делает. Просто, просто сносит все подряд, конечно. Блин, ну, за счастье им играть, честно скажу. Круто. Чувствуешь себя каким-то танком, блин, а не бегаешь там. А, смотрю, за этого тоже немало. Не знаю, как он называется, но тоже 7 с чем-то. Вот видите, опять проиграли бой. То есть, конечно, тут зависит все от команды. Я играю френдами. То есть я не играю в пачке своей, там со своими. Так можно хотя бы договориться, сказать, что куда. Либо хотя бы скоординировать какие-то действия. Противников кидает очень рандомно, поэтому надеяться на плюс-минус, там большинство, конечно, с ним там 2-3 я выигрываю, но обычно реально очень сложно. Такс. Ну вот так вот в кустах просто стоишь, а потом просто жестко. Раз, два и все. Дальники, конечно, улетают, если подбегать вблизи, блин, нереально просто его выжить. Посмотрите, застанем. Догнал. И просто тупо не дает ударить. Все, у меня и тоже разбили дальники. Тут, конечно же, играет роль скиллы. Заряд суперудара, то есть... Если он зарядится и даст в стан, все, практически нереально выжить. Единственное, там есть те, которые бегают далеко. Они еще успевают. Так, отлично. Суперзаряд и вот смотрите, что делает. Просто жестко убивает. Еще один суперудар. Дальники по-своему хороши, но я пока стараюсь таким героем. Написали вы, я его выбил, написали, что качать, поиграть, но, блин, поиграл реально, герой очень понравился. Так. Рэнк. Еще побежали в другой режим, сыграем, то есть один потасовка, единичный, короче, неважно. Суть в чем данного режима, тут надо выжить. И, в принципе, даются такие вот боксы, где вы можете увеличить свое здоровье. Ну, как видите, меня тут просто суперзаряд и все. И он никуда уже не денется, то есть он сносит.
Надо еще, конечно, героя привыкнуть. Я играю только второй день. В принципе, мне он очень нравится. В этом режиме, конечно, лучше всего прятаться. Почему вы видите в конце видосика. Покажу вам. Тут меня, конечно, решил я провернуть, сразу всех убить. Вот так не получается. Видите, стал между двух. Тут без вариантов. Пока я бил одного, меня другой добил. Вот так вот. Режим интересный. Можно получать усиление здоровья, там, атаки. Чем больше вы этих боксов убьете, тем выше будет ваш уровень, как бы, прокачки, и, соответственно, вам будет легче. Вот тут вот, видите, они вдвоем просто решили поиграться против. Вот этот мелкий, я не знаю, как он там кидает динамита, и еще не изучил героев. Блин, он реально правильно сделал. Вместо того, чтобы убивать ее, он дал ей убить этого, и тут просто ее закидал. Вот как-то так. То есть тут, конечно, для этой локации надо, наверное, тоже свои герои. Я пока их еще не изучил. Но вот видите, зашел. Недолго я продержался. Так, тут вот с этого боя все как бы начиналось самое интересное. То есть я понял, что в данной локации лучше прятаться. Выбил и спрятался. Набил там пятерочку и сидел. Вот смотрите, как очень удобно выбивать, кстати. Вот я решил здесь. Надо было не спешить. То есть поспешил немножко и, соответственно, я сейчас... просто ушатают. Вот видите, все без вариантов. Тут, конечно, зависит все от прокачки. Но вынесли меня тут налегке. Вот так вот из кустов выбегают. И, в принципе, правильная тактика, почему бы и нет. Вот он опять же сидит в кустиках и ждет, пока к нему кто-то подбежит. Это, в принципе, правильная тактика. Зачем куда-то спешить, если они сами к тебе прибегут? А ядовитое облако надвигается, и, соответственно, с каждой секундой на сколько там, на 1000 меньше получается жизни. То есть вот так вот. Ну, локация действительно интересная. Игрушка вообще затягивает, очень много разных приколов в ней. Ну, интересно играть. Разнообразные персонажи, прокачки. Вот смотрите, тут вариантов у него уже нет. Вариант только спалиться. Но вроде как бы и выжил. Прятался. Но облако подступает. Ну, тут зря четверка. Ну, в принципе, он тут ничего не сделает. Вот видите, затащил. 8-й ранг, то есть меня убили очень рано, соответственно, минус 4. Далее, вот как-то так. Вот видите, совет вам дают. Читайте советы, ребят. В кустах надо прятаться. Так, еще один бой. Ну, как видите, ящики я намного быстрее разбиваю, чем они. Такс. Ну, они от меня убегают. Между собой там рубятся. Вот, кстати, вот этот Капитан Америка, блин, в маске реально тоже... В принципе, очень-очень интересный персонаж. Я еще и не играл. Не знаю, какие там у него. Вот все убежали. Я себе спокойно спрятался. Там тоже он прячется. Все, у меня просто скоростью атаки разнес. Без вариантов.
То есть из-за того, что он медленный, как бы такой вариант не особо катит. Так, осталось 5 человек. Или нет, трое. Так, один разобрал, но тут сейчас осталось 3. Видите, что он делает? Он просто нереально. Все, он его слил. Ну там вообще первый бегает. Не знаю, сколько у него там усилений. Ну все. Так. Вот так вот, ребят. Ну и последний бой. Я уже посмотрел тактики, как воевать. Немножко научился. Понял, что не стоит лезть на рожон, спешить куда-то. Ну, соответственно, уже, видите, будто Франкенштейн бегает с бутылочками, их разбрасывает. Еще не знаю героев. Напишите в комментах, какие герои вы хотите увидеть на обзоре. Каких качать. Прокачал практически Франки. Немножко поиграл, честно говоря, герой очень понравился. Спасибо, что посоветовали. Реально герой стоящий. Так, ну иди ко мне, детка. Вот видите, без проблем достал. Ну, конечно, разные бывают варианты. Вот у меня уже 9500 жизней, ребят. Немало. Вот я просто спрятался. Отошел немножко. Почти десятка. Ну, вот тактика вот прятаться. Вот самое то. Собрал сундучки, сиди, жди. Смотрите, он ищет. Как он меня, ну, в принципе, он не заметил, не хотело ему обзора. Вот он бегает, ищет. Выцеливает. Ну, очень тоже хороший герой. Так, ну что, финальный заходик. Видите, не стоит спешить никуда. Вот он тоже стоит, ждет. Правда, он стоит на открытой, он палится. Его тоже спалили уже. Так, вот выбежал немножко я. Вот видите, из-за того, что очень медленный, не успеваю. Тут вариантов у меня уже нет. Лучше всего на него бежать. Вот раз, два, и все. Две с половиной тысячи вот его застанем. Две. И одну не достал, как видите. Вот опять супер удар. Промахнулся и все. Вот так вот, ребятушки. Взял я топ-1 с четвертого раза. Не знаю, сложно, не сложно здесь брать топ. Пока, честно говоря, я не знаю, но, как видите, все-таки результат уже есть. Герой обалденный, не знаю. Надеюсь, вам понравился видосик. Если да, прожимайте лайк, пишите в комментах, кого вы хотите еще увидеть. Я буду по чуть-чуть показывать вам героев, прокачки их на максималке. Ну и, соответственно, уже буду показывать геймплей. И скоро создадим клуб и будем бегать вместе. Всем удачи, всем пока.